Всем большой привет! Сегодня у нас понедельник, 4 октября, и стартуем с проектом «Довяжем, не довяжем». В общем, мой недовяз, у меня он один, и, как вы помните, он еще с недели стартов, ссылочку на неделю стартов, этот день, первый, я оставлю в описании под этим видеороликом. Вот, и у меня был такой тигренок. Вязала я его из Ернард Джинс Плюс с Ернардом Велюр. Вот здесь вот у меня Ернард Велюр. Он такой розового цвета. Связана была уже ему мордочка и часть тела. Но у меня закончился синтепон, поэтому пришлось отложить этот проект и заняться более другими проектами. Но сейчас у меня уже целый мешок синтепона есть, даже два. Я купила побольше, поэтому давайте я буду приступать довязывать. И чуть-чуть попозже с вами включусь. Я думаю, что сегодня я это не довяжу. Мне еще целая неделя впереди по этому видео. Так что все, я пошла довязывать. Всем доброе утро! У нас уже вечер, 6 часов, уже темно стало, так что вот смотрите, какого красавца у меня получился. Так. В общем, у меня получилось, что я довязала тело, привязала, пришила его к голове и связала две руки. Вот то, что я успела сделать за сегодняшний день. И теперь следующее видео выйдет в среду. Больше, к счастью или к сожалению, недовязов у меня нет. Вот он один единственный. Я его закончила. Так что мы с тигрёшей пойдем. Вот. Еще планирую, надо ему сделать ушки, связать и ножки. И, может быть, шарфик какой-нибудь. Я еще об этом, о шарфике я еще не думала. Поэтому будем дальше. Вязаться, тигрёнок, и хочу сказать, что вообще я не люблю, чтобы были недовязы, мне хочется, раз начала игрушку, значит, продолжила и закончила наконец-таки все сделать, потому что, ну, как-то мне нравится, когда готово, и я такой человек, что пока я не доделаю одно что-то, я не могу спокойно спать, и мне хочется быстрее это все доделать. Но здесь у меня получилась такая ситуация, что, я говорю, не было холофайбера, поэтому пришлось мне не доделывать этого зверька, игрушку. Но мне очень нравится вот это вот сочетание, так получается очень мягко, гладко. Классно на ощущения. Так что вот на этом все. Спасибо, что смотрели это короткое видео. Оно действительно получилось очень коротким, потому что всего один недовяз. Вот. И хочу вам пожелать ровных столбиков. Вяжите, чтобы у вас было поменьше недовязов. И всем пока!